Всем привет из Гамбурга. Делаем рум-тур по отелю 4 звезды Барчелло. Ну что, начинаем традиционное обзорище номера 4 звезды. Посмотрим, что нас тут ждет. Зеркало сразу в прихожей. Тут немножко уже обустроено. Здесь тоже такое большое зеркало на всю стенку. Достаточно места для двух чемоданов. Обычно не хватает. Тут дверька такая в шкаф. Либо вы закрываете свои вещи, либо видно вот эту полку и этот сейф. Ну что, здесь мини-бар. Дали 10% на ресторан. Здесь цены мини-бара. Такие прикольные кружечки прозрачные, классные. Ну, по традиции здесь у нас кофе, чай, пыль или что это? Нет, не пыль. Ну ладно, кофемашинка. Так, мини-бар. Важно же, конечно, залезть в мини-бар. Ну, по стандарту, в вкуснях вообще просто раз-два и обчелся. Поворачиваемся в эту сторону. И здесь у нас ванная комната. Я вот не знаю, тут, по-моему, оно фиксировано. Дверь здесь не закрывается. Надеюсь, это все не будет выливаться сюда. Мутная перегородка для высоких. Видно телевизор, принимая душ. Стандартная у нас здесь косметика. Не знаю, чем пахнет. А, это лосьон даже. Как вкусно пахнет деревяхами. Надо смыть. А тогда этот у нас будет мыло. Но мыло больше силиконом пахнет, больше таким нейтральным, а лосьон для тела, такой даже деревяхи, лаванда, прикольно. Туалет у нас здесь сразу, он так закрывается, это понятно. Все по стандарту. Идем дальше. Красивая картина на весь стол, хотела сказать. Видно. Гамбург. Но на телефоне видно четче. В реале все очень-очень мутно. Но вот это вот приколюлька вот этой рифлености. А, она вообще прикольная, эта рифленость. Классно сделали за счет утоньшения, увеличения. У меня в глазах рябит. Когда близко подходишь к ней, смотришь, в глазах хоть просто все мелькает. Кровать king size, ну опять же с этим пополам переделенным, ну такой матрас не существует. По сути, это две полноразмерные одиночные кровати, сдвинутые вместе. Смотрите, солнышко, ой-ой-ой, что за погода, что за роскошь, потому что сейчас было ну очень ветрено и холодно. Вот так выглядит внутренний дворик. Здесь поспокойней. Здесь, наверное, бар идет от отеля. Вот там видно, какая погода. Типичная для Гамбурга. Можно выйти погулять по крыше. Но здесь, по-моему, ничего не открывается. О, нет, открывается, я вру. Ты что? Шик, блеск, красота. Тут даже ой, какая холодина. Какая холодина. Тут даже есть мини-балкончик. Вот буквально мини. 10 сантиметров балкона. Можно вытащить моську, постоять, погулять, как котяра.
Ой, ну приятно, все равно свежий воздух, все это так миленько, класс. Сразу и как-то веселее, и ярче получается. Вот эта стена, конечно, оранжевая, такая немножко дикая. Ну, все в таком современном стиле. Здесь стандартный бокс идет для музыки, то есть это включено. Здесь какая-то вкусняха. Все так минималистично, довольно-таки просторно. Даже, мне кажется, эхо слышно от меня. Ну и свет надо посмотреть, когда самый лучший свет. Вот не хватает какого-то балкончика. А обещали какую-то зону отдыха. А, ну, наверное, это она есть. Это зона отдыха. Но обычно зона отдыха это отдельный такой закуточек, прихожая, где можно сесть и отдохнуть. Как вам отель? Пишите, стоит ли он 4 звезд? Ну, стоит в том плане, что стоит-то он дофига. Можно ли отнести его к 4 звездам? Это что, мигает в телефоне случайно или какие-то там штормы готовятся? Ну все, увидимся в городе. Бегу, бегу, бегу. Сказать пока. Вот такие провода у меня. В городе побежали в город.